Наводнение во Вьетнаме. Погибли 68 человек. Еще 34 человека считаются пропавшими без вести. Число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 68 человек. Как сообщила Associated Press со ссылкой на Вьетнамское агентство по предотвращению стихийных бедствий, еще 34 человека считаются пропавшими без вести. По данным ведомства, в ходе наводнения 32 человека получили ранения. В стране повреждена инфраструктура. Стихия нанесла ущерб поголовью скота, более 230 тысяч животных погибли. Напомним, причиной стихийного бедствия стал обрушившийся на страну ураган Ханун, который вызвал проливные дожди. Сильнее всего пострадала северная провинция Хабинь, где погибли 20 человек. Напомним, в Гонконге объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна Ханун. По материалам сайта news.com.